Вода на солнце просветлилась, и видно все нимфеи. Вот. Эта тут приросла. Вторая тоже. И вот третья вон даже с листом. Так что на следующий год должны все взойти. Купил какую-то штуковину для ремонта кровель. Хочу немножко пену замазать, чтоб она от снега, если снег будет, не намокал, не намокала. Вот так вот получилось, она сама разгладилась, растеклась ровненько, еще пузырится почему-то, вон там такие пузыри. Сейчас на улице где-то плюс 15, на солнце, наверное, все 30. Вот как раз денек, чтобы замазать это дело. Сейчас даже если снег попадет, то туда не должно намокнуть под пену, между пеной и трубами. Ты вышел гулять? Будешь копать? Копай, иди. Только вот эту досочку не трогай, а то она в масле, ладно? Ванной на потолке доски, к которым приделаны. Ну, как
которые они как основание. Они в плесени. Они сразу такие были или не запаснили, или потом? Они ничем не обработаны почему-то. Не помню, мы их не обработали, да. Они же заплесневеют, и все остальное тоже заплесневеет. Будешь разбирать, обрабатывать? Не знаю. Там плесень? Может, они такие были? Подготовил к заливке, заармировал из металла, который остался от стройки. Все, сейчас осталось залить. Вот такое ведро как раз на трубу. Надо 8 ведер замешать.
что-то сегодня без обеда работаю. Залил вот уже раз, два, три, четыре, пять. Шестую лью. Еще две останется. И долить. Не знаю, может сейчас накормят. Это уже вечер почти. Я еще не закончил. Все, позвали на обед. Ну вот и все. Фундамент готов. Все залил и подсыпал еще землей. Пусть застывает. Сил, конечно, он много отобрал. Руки болят теперь после бура. Там они просто моментально за минуту забиваются, когда буришь. Еще остается прокопать коммуникации, электричество, вода, и надо прокопать еще канализацию, куда будет все сливаться. И тогда можно сказать, с баней все. Привезут, поставят, подключить, смеситель купить, бойлер установить, и можно будет тестировать. Наверное, даже можно и так будет тестировать без смесителя, бойлера пока. Просто воду набрать там в бак и затопить. Разогрел еще на костре скукоженные. От крыши осталось. Не знаю, что это. С крошкой такая. Рубероид какой-то с крошкой. Закрыл. Что после дождь пойдет, там не разбило верха. Жесть, смотрите, что там у меня внутри. Я забыл, видно, дверь закрыть. И где она? Короче, у меня в машине мышь. Куда она делась? А вот она гоняет.
Что за фантастика? Куда она исчезла? Она вон запряталась. Вот сволочь. Залезла в машину. Ну-ка, пошла вон отсюда. Пошла вон из ЦУМа. Заметалка какая-нибудь. И что, я вот, получается, чуть-чуть не закрыл дверку вчера, и она залезла. С фундаментом разобрался, теперь надо шторы довесить. То уже 3 дня прошло, я так их и не повесил. Ну, тебе страшно? Слишком громко я шумлю? Сейчас еще просверлю дырочку. Как тебе? Супер! Повесили наконец-то шторы. Вот плюс сток уюту. С этой стороны вот так вот получается. Такая травка зеленая. Класс. Еще бы вал был зеленый, и сосны там уже росли большие зеленые. Вот с этой стороны немножко вот там 2 сантиметра до пола не достают они. И вот с этой стороны. Ну я тут их сейчас в одну сторону все согнал, потому что там они... Обувь снимаем, кидаем. И заметил, что кидаем на штору. Вот пока убрал, надо тут сделать обувницу. И будет нормально. Еще я все-таки нашел, из-за чего пахнет здесь такой специфичный запах. Я покрасил полку. Вот сделал полочку в щитовой, покрыл ее лаком. Но она не высохла за день. И я убрал ее в бойлерную. Вот, и утром сейчас открыл, зашел туда,
И там жесть как воняло этим маслом. Маслом я ее покрывал. Вот. До сих пор пахнет, хотя я доску уже сюда убрал, но там до сих пор пахнет маслом, запах такой. Вот. И у нас получается от потолка в санузле вот этим запахом все еще пахнет, все еще не выветрилось. И непонятно, сейчас выветрится он или нет. Итого плюс две задачи решили. Фундамент сделали, шторы повесили. Сейчас поехали в город, надо по делам съездить опять. Чуть позже приедем. Надо закрывать деревья, иначе их все сожрут. Считайте, нас тут не было две недели. Многие деревья пострадали. Вот, приедем, будем закрывать. Плюс еще обрезку надо сделать. Хотя ее можно и весной сделать. Вот. Так что скоро увидимся. Не забывайте поддержать это видео лайком. Всем пока.